Всем привет! Вы на канале Наш Ярик. И сегодня со мной моя самая любимая сестренка Анфиса Ярикова. Привет! Мне 10 лет, тебе сколько? 8. Забыла. И сегодня мы будем открывать подарок от Деда Мороза. Ну ладно. Кстати, ребята, на моем канале такая же коробка. И эта коробка Даши на Новый год. Потому что скоро Новый год. И нам папа принес такие коробки все. Да. Это от «Газпрома», его работа. Давай тише, его скорее откроем. Но, по сути, это она подписана на мой канал, поэтому она немного знает, что там уже. Не, я не знаю. Я не посмотрела это видео. Ладно, давай уже. Ну, как всегда. В прошлом году у меня тоже были конфеты. И просто в прошлом году. Неважно, всегда нам подарок в наших подарках конфеты. Кстати, у меня такая кава была. Вот кава. Это что-то нечто. Я не знаю, что это. Какая-то пудра. Я уже так пробовала. Нет. Уже, конечно. Пошли дальше. Курочка. Или петушок, не знаю. Наконец-то петушок. Следующий год петух. Следующий год петух. Алло. Все забрала. Следующий. Конечно, он здесь будет. Лучше это сначала. Наушники, ура. Класс. Кстати, у меня такие же. Ой, тут у меня вот эта вот штука зеленая. Мне кажется. В прошлом году у тебя были деньги, а у меня только книга. У тебя были деньги в книге. А там у меня точно. У меня красная, у тебя зеленая, да? Я бы хотела зеленую. Ну, не бы хотела красную. Он совсем другой хоть, да? А любые шапки бы подожди. Ну, неважно. Хотя уже взрослая, я начну открывать с наушников. Открывала. А это твой муж. Не, у меня нет мужа. А это мой муж. Если муж уже осталось. Я наговорила, что не видит. Вот смотри, как ты должна выглядеть. Вот так ты должна выглядеть. Да, это немного непонятно. Здесь вообще непонятно, как это все одевать. Вроде как-то стой мои волосы решать. Вот так вот как-то. Ну да. На самом деле, мне наушники очень неудобные. Мне бы все понравится. Курочка и вот это вот что-то. Откроешь? Конечно, только сначала надо разобраться, как ходила. А вот это что кольцо? А, ну, все понятно. Это, короче, для мужчин. Я Samsung Razer. Да перестань уже. Я не могу ходить. Как я ходила? Вот так вот? Я откуда знаю? Вот так вот. Вот, смотри, как-то так должно. Да-да-да, вот так. А, ну тогда все. Да-да, вот. Ты, короче. Где такие наушники? Нашли вообще, не знаю. Ну и ладно. На. Тебе нужно? Ладно, я уберу. Отлично, мне подойдет. Поехали дальше. Дальше я возьму вот эту раскраску. Мастер... Декор... Короче, тебе тоже надо рисовать дельфинчика, как у меня. Это витражка, короче, вот. А у тебя есть дельфинчик? Ты уже разрисовала его? Конечно, нет. Я открыла коробку 16 декабря, а 17 уже уезжала. Когда раскрашивать-то? Ну, мне учебу надо было уже. Краски. Вот где же? А, да, там. Ты чего? А где картинки? Да картинки там же, ну да. А, я их положила, не надо. Чего? Я их туда положила. И надо аккуратно вскрыть. Сейчас, все, наконец. Краски! Смотри, это точно такие же краски, как у меня есть. Интересно, а что такое это? А что это? А может быть это чтобы нарисовать? Ну смотри, я сейчас покажу, короче.
Смотри, наверное, рисуют, а потом прилепляют на окна. Наверное, надо вставлять вот такую вот штуку в вот эти вот краски. А, вот. Поняла. Что-то в этом роде. На самом деле непонятно, но у нас. Да. Здесь есть очень много рисунков. Знаешь что? А здесь специально петух, потому что год петуха будет. Это курица. Я за петух. Это курица. Это петух. А. Это вообще не курица и не петух. Это какая-то птица. Да. Ну вот. Ой, как. А, нет, мне даже здесь куча чего можно нарисовать. Я знаю. Винтика. И Деда Мороза. Мороз? Снегурочка. Мне тоже хочу Снегурочку. И Дельфинчик. Аккуратно. Главное довести до того, до Анталии в сохранности. Она живет в Турции. Она живет в Турции. Она живет в Москве. Спасибо большое. Теперь, конечно же, я съем и ни с кем не поделюсь. С тобой. Ну, вышли, я их с собой сберу. Смотрите, я китай. Мне больше всего нравится курочка и мышка. А мне нравится вот эта вот штука. Конечно, мне не понравится. Мне вот эта вот штука нравится. Витраж и курочка. Да, тоже красиво. Смотри, Аленка. Она их очень любит. Курочка, рыбусики, витраж. Что-то другое. Ага. Ну ладно. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если нет, дизлайк. Подписывайся на канал. Всем пока. Со мной была моя сестренка Анфиса Язика.